Всем приятной жизни, Эд Шашлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush. Так, ну и, я не знаю, можно попробовать попроходить эти уровни на Iron Heroic, а можно пойти дальше. Ну давайте пойдем дальше, я не думаю, что будет сложно нам тут на 3 звезды проходить, хотя... Вот мне не нравятся вот такие вот уровни, где... Там с двух сторон. И, мне кажется, вот эти ворота тоже откроются в конце. Верблюда, грифа. Но эти ачивки мы уже все получили. Так, ворота откроются. 1000 мне дается. Так, ну тут однозначно маги будут, да? Наверное, и вот так вот. Попробуем теперь сюда этих... Флажком передвинуть как бы в край сюда. Ладно, здесь, допустим, даже не знаю. Но мне почему-то хочется сделать вот так вот все-таки. Передвинуть, допустим, сюда. Хотя тут по краю тогда пройдут. Ладно, допустим, вот так. А здесь я поставлю мага. Тут в середину тоже мага. Можно на самом деле еще здесь поставить ступор. Да, а вот здесь поставить мага. И то же самое сделать с этой стороны. То есть поставить мага, а где-нибудь вот тут поставить ступор. Так, ну все, погнали. В принципе, я думаю, расстанова хорошая. Должны мы завести эту. Reinforce. Так, ну с этой стороны вообще все просто будет. Понятное дело. Но вот с этой, конечно, где эти идут убийцы, тут будет посложнее. Так, ладно. Мы, наверное, знаете, как сделаем? Мы, наверное, поставим тут еще одного колдуна сейчас за сотню. Вот здесь. Вот. Так, тут обмазите. Сейчас еще один колдун за сотню, а здесь за 70 поставим ступор. Гля, короче, они какие говнюки. Вот, а здесь ставим ступор. Так, и ступор мы выводим куда-нибудь вот сюда. Так, ну я думаю, можно уже следующую волну заводить. Там-потам, шашлык-лалк. Мне закинул человек 5 рублей с ником шашлык-лалка. Ай, волк! Да блин, волк пробежал по краю, как? Вы издеваетесь, блин? Написал 8-800-556-3535, проще позвонить, чем кто-то занимает. Блин, реклама, которая стала мемом. Так, ну ладно, если это будет единственный волк. Вот как он пробежал? Столько магов, столько всего. Он пробежал. Так, ладно, надо тогда рейнджу. Вот тут вот. Редактировать. Так, ладно, давайте следующую волну, поехали. А, тут вот они говнюки бегут, получается, аж отсюда. Да, конечно, волки. Так, надо вот тут. На, короче, вот тут 240, чтобы еще рейнджи больше было. Сейчас вот 240 поднимаем вот этот вот. Нормально, нормально. Волков приостановили. Так, 160. Давайте тут грейд. Блин, а сложные, однако, уровни пошли. Ля, вообще не стреляют. Да ладно. Так, дайте мне этот, чтобы 160 загрейдить. Стреляй. Вот, есть зап. А, во, а этот уже в 300 может. Это, кстати, хорошо.
Так, ну летунов легко разберут, проблемы не должно возникнуть. Давайте, главное вот этого не пропустить. Летунов легко, конечно, разберут. New enemy. Окей. С летунами проблем не будет. Так, 160 грейдим сейчас все эти. И надо будет, наверное, сейчас 110 поднять все наши ступеры. Стоперы надо будет сейчас все наши поднять, поэтому я... Не, вот тут вот тогда не дело то, что так они мимо пробегают. Давай тогда сюда. Вот, потому что, ну, это беда то, что так волки пробегают. Это вообще беда бедовая. Так, сейчас будем поднимать всех наших в этих. Ну, в первую очередь эту сторону, потому что... Вот так, тут 240. Нормально. Одна жизнь потеряна, это еще 3 звезды. Лишь бы больше еще никто не пробежал, надо вот внимательнее. Просто быть, и все нормально. Так, 160 пока рано. Блин. Нафиг. Этих варгов. Все. Так, вот тут тоже надо поднять. Здесь надо поднять. Варги с двух сторон. А вообще все надо поднять. Эти. Как я и хотел. Все поднимаем в... Так, ну ладно, давайте этот, следующую волну. Она, по идее, без волков должна быть. Без волков. Блин, с волками. Да вы издеваетесь. Вы что, издеваетесь? С волками они зарядили волну опять. Ну хватит, может быть, а? Блин, они еще и пробегают. Так, тут надо, наверное, вот эти 240. Сейчас. Блин, ну волки вообще проблема лютая. Давайте варгов тут этих снесем. Вот, ну, в принципе, если по КД кастовать эту шнягу, то нормально получается. Они не сложные, просто проблема в том, что они могут... Ну, они как бы пробегают. 300 еще больше ренжи. Так, все, надо все башни, которые у меня сейчас 160, поднять. А тут у меня тоже грейд есть. Да. Так, пока не хочу этот, пока не хочу поднимать. Блин, тут два этих чубздика идут. Вот эти, давайте инфорс. Ну, что-то какая-то этот, какая-то ачивка еще дана была мне. Так, ну есть, одного сняли. Давайте башни, которые 160-ки. Вот, пора поднимем. Тут 240, вот еще одна 160-ка. Так, давайте следующий левел. Не, ну в принципе нормально. Так, летуны. Летуны, а здесь подземные, да? Подземные. Так, сейчас 160-ку поднимем. Угу. Так, все. Да, маги плюс этот... Маги плюс рыцари — это хорошая связка. Так, все, теперь надо, наверное, всех 240 поднимать, да? Ну, в первую очередь вот этих, чтобы у них рейнджа была. Поболя. Так, сейчас. Снимут. Ну все, тут, я думаю, проблем особых не должно возникать. Погнали следующую волну. Опять подземники, ну ладно. Так, 240 поднимаем. Тут сейчас тоже надо поднять 240. Хотя, наверное, вот здесь надо поднять. Ладно, пока не суть важно, где что как поднимать. We enforce. Давайте все-таки вот тут вот мы поднимем 240. И нормально. Там по той этой справляются вроде бы. По той линии. Так. Шажик, сегодня денежку не дам. Телефон дома, а я в гостях. Ну ничего страшного.
Так, все, осталось нам двух поднять в 240. Так, ну давайте вот уже одного даже. Одного осталось поднять. В 240. Так, скорпионы пошли. Скорпионов мы не боимся. Вот, они отъезжают от колдунов вообще изи. Подземники. Подземников тоже мы особо не боимся уже. Так, сейчас вот эту в 240, и потом буду грейдить рыцарям третий грейд. Вот, дабы это... Дабы все нормально было. Так, с этой стороны все зачищают. Все, поднимаем эту 240. И теперь рыцарям третий грейд. Ну, в принципе, не суть, но в основном у нас вот эти сражаются. И вот эти вот, это им в первую очередь, как бы. Этим рыцарям. Так, следующая волна, да? 160. Ну, мы сейчас всем тут поднимем, ничего страшного. Так, ладно, давайте следующую волну. Пофигу, в принципе. Сейчас волки побегут, да? Нет, толстый пошел. Ну, толстый, это как бы ерунда. Так, на тебе, чтобы хорошо себя чувствовать. Три толстых, да, это фигня. Маги их разберут только так. Даже плюнуть не успеют. Как говорится. О, ну это уже хп. Так, ну все, этот тут вообще отъехал изи. Так, 190, да? Давайте вот тут вот поднимать. Грейд. Во. Так, этот тоже отъехал. Изи. Изия прям некуда. Так, вот этим тоже поднимем. Так, все, у нас все подняты, да, башни эти в 240. Так, ну теперь 300 стоит грейд этих, либо 230. Я даже не знаю, ну, наверное, давайте мага 300. Во! Сколько у него дамаг? 66-130. Ну да, оно того стоит. Давайте магов сейчас в эти в 300 будем поднимать всех. Ну, начнем, естественно, с вот этой части. Так, с трех сторон варги. Это на самом деле опасно, ребята. Вот тут надо поаккуратнее. Ну, нормалек, в принципе. Ну, тут вот аккуратнее. С той стороны пробегают прям опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы смотрите, что делается. Да скотины, ну чё их так много, ну блин. 17, и эти, главное, инфорс пришел и пофигу им. Сколько, четверо, эх, это две звезды будет. Варги, варги. Ну блин, пробежала, это две звезды уже. Эх. Да. Так, надо бы, наверное, теперь... Ну ладно, давайте все поднимем уже. Всех колдунов. Их три штуки осталось. В этот грейд. В более топовый. Reinforce. Блин, ну варгов реально по всем направлениям как стали бежать. На самом деле надо было рыцарей просто загрейдить и все, а не колдунов. Ну ладно, уже пофиг. Уже поздно пить боржоми, как говорится. Когда почки отказали. Так. Чё тут 300 еще нету? Да, конечно, мы выиграем этот уровень, но не на 3 звезды. Кстати, тут он апгрейды всякие можно делать этим бесконечные.
Так, все, сейчас на дверь. Вот это там, конечно, Мумиёв идет, ребята. Блин, они что, прикольно? Они вызывают Мумиёв, которых... Это... Так, ладно, давайте тут апгрейдим. Хотя, зачем я с той стороны? Так, ну ладно, здесь у меня на самом деле есть решение. Сложившейся ситуации. Так, все, сейчас этого мага задолбят, есть. Давайте следующую волну. И сейчас по-любому эти волки. Ну вот так и знал. Это они любят, когда тяжелая волна, потом следующую варгов и вызывать. Блин, да главное, так много их и бежит. Бежало бы хоть поменьше, было бы это. А то много, они тупо количеством берут. Вон, тут тоже, кстати, много бежит чуваков, так. Ладно. Единственное, мне кажется, вот надо было бы еще вот здесь тогда. Раз отсюда прорыв, тут надо, наверное, вот тут вот я бы поставил еще этот ступор. Ну, и как бы варги бы уже не прошли. Ну ладно, это я теперь знаю. До этого я ж не знал. Блин, тут, кстати, тоже опасно это дело-то идет. Блин, да может и не только варги прорвутся такими темпами. С кем ты дерешься, господи? Так, один готов, второй готов. Ну, толстых, в принципе, убили. Нормально. Да не, нормально, нормально, нормально. Что вот эта штука дает? Не знаю, короче, что она дает, ну пофигу. Что-то дает, короче. А, во, ворота сейчас откроются. Нифига себе. Ай, да, он фиговый, он вафельный. Ля, он, правда, так скастовал. Мини-джинов. А вон какое-то торнадо, это шити пускают, да? Да не, он фуфил. Это вообще не проблема. Уже пол хп ему сняли. Больше даже. Ой, а вот это проблема. Вот теперь-то беда. Вот я не знал, что он так умеет. Так, ладно, давайте его. На него не действует, походу, это ж... А, во, они рассказывались. Я думал, навсегда. Если бы навсегда, было бы бедовая беда. Вот, поскольку не навсегда, то... Да задолбал. Не знаю, что вот эта штука дает. 35%... Этот самый... А, 35%, короче, шанс крита, типа. Ну ладно, в любом случае мы его уже уничтожили. Все. Минус босс, лампу дали. На нее, может, нажать надо? Потереть? Не, никак. Блин, ну 16 этих. Раз, два, две звезды, блин. По-моему, одну или две, двух можно пропустить. И как-то так. Текст, ну ладно. А, во, открылась какая-то челлендж. Слушайте, челлендж это прикольно, и героя разблокировали. Блин, а какого? Вот этого, что ли? Я что-то не понимаю, мне постоянно... А, вот этого, видимо. Постоянно пишет, типа, разблокирован герой, разблокирован герой. Я же и так их могу купить. Вон тут герои 150 рублей самые крутые стоят. Но я их не хочу покупать. Вот, пока... А, это типа у меня 13 этих очков, если что, есть, да? А на этого даже 16. Так, ну ладно.
Давайте я тогда на этом этот выпуск и закончу. Большущая. Да блин, ну я понимаю, что это челлендж, вся фигня. Вот, большущая всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.